Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 16. Задание Б. Составим схему к задаче и решим ее. Первый рыбак поймал 15 рыб. Второй рыбак на 4 рыбы больше. Третий рыбак поймал столько рыб, сколько первый и второй рыбаки вместе. Сколько всего рыбы поймали рыбаки? 15 прибавим 4 и узнаем, что второй рыбак поймал 19 рыб. Первый поймал 15, второй рыбак поймал 19, а третий столько, сколько первый и второй вместе. Значит, мы к 15 прибавляем 19. Используя наш новый вычислительный прием, 19 увеличиваем на 1 будет 20, 15 уменьшаем на 1 будет 14. 14 плюс 20 равно 34. 34 рыбы поймал третий рыбак. Чтобы узнать, сколько всего рыб поймали 3 рыбака, мы должны к 15 рыбам, пойманным первым рыбаком, прибавить 19 рыб, пойманных вторым рыбаком, и прибавить 34 рыбы, пойманных третьим рыбаком. 15 плюс 19 мы уже знаем, это будет 34. 34 плюс 34 получится 68 рыб. 68 рыб поймали рыбаки. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.